У одесского прокурора обнаружили коронавирус. Информация о возможном заражении одного из сотрудников областной прокуратуры сначала растиражировали в СМИ. По данным журналистов, мужчина якобы дней 10 назад прилетел из Египта. Сначала никаких симптомов у него не было, но на днях у него повысилась температура. Прокурора отвезли в Киев, где его госпитализировали. Экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. Информацию о себе в Фейсбуке частично подтвердил вице-мэр Одессы Павел Вугельман. Чиновник уверяет, в нашем городе прокурор ни с кем не контактировал. Хочу частично опровергнуть данную информацию. Действительно, прокурор заразился коронавирусом, который на протяжении уже длительного периода времени не находится в Одессе. Он не коммуницирует ни с одним одесситом и не коммуницировал. И сегодня находится на самоизоляции в другом городе. Позже в сети появилась информация, что инфицированный прокурор мог присутствовать на заседаниях Приморского райсуда Одессы 13, 16 и 20 марта. Мэры это опять же упорно отрицают. И отмечают, что в Одесском регионе два похожих случая. Другой сотрудник одной из местных прокуратур ранее на рабочем месте почувствовал недомогание и был доставлен в Одесскую инфекционную больницу. Но ему поставили диагноз – отравление. Экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат. Сейчас его анализы находятся на проверке в Киеве.